В Грузии началось строительство отрезка железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс. Он является частью нового шелкового пути. Ориентировочно проект будет запущен уже летом. Ну и по прогнозам внесет вклад в развитие не только местной, но и мировой экономики. Подробнее расскажет наш СОПКОР в Тбилиси Анна Анастасиади. Окно между Европой и Азией, которое свяжет как восток с западом, так и север с югом. Новая железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс – важнейший стратегический проект для развития не только региональной, но и мировой экономики. Это действительно проект века, который мы сейчас называем Баку-Тбилиси-Карс. Это проект, который еще более тесно свяжет между собой Грузию, Азербайджан и Турцию узами дружбы. Не только с экономической, но с точки зрения коммуникации между нашими народами. Расстояние всего пути Баку-Тбилиси-Карс – 825 километров. Грузинский отрезок под названием Марабда-Карцахи составляет 180 километров. В городе Ахалкалаки расположится железнодорожная станция, соответствующая всем международным стандартам. Тут будут находиться пункты пограничного и таможенного контроля, а также маневровые и грузовые районы. Здание международного вокзала спроектировал известный немецкий архитектор Юрген Мейер. Еще одним важным объектом является грузино-турецкий пограничный соединительный тоннель, общая длина которого 4400 метров, из них 1840 на территории Грузии. Примечательно и то, что отрезок пути Марабда-Карцахи расположится на высоте 2200 метров над уровнем моря. Основные работы завершены, мы сейчас готовы пропустить грузы. Есть, конечно, там инфраструктурные работы, но это не помешает пропуску грузов. Так что позапрошлом году мы пустили тестовый поезд до станции Ахалкалаки, и в прошлом году уже организованный поезд доставили до станции Ахалкалаки. Будут грузы, мы готовы. Мы сейчас ждем турецкой стороны, когда они будут готовы, мы сможем уже соединить эти, как говорят, европейскую колею. На строительство отрезка Марабда-Карцахи азербайджанской стороной Грузии в кредит было выделено 775 миллионов долларов США. Назначение железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс является современным аналогом Великого шелкового пути, который существовал много веков назад. Именно этот участок соединит два континента. Таким образом, для Казахстана и стран Средней Азии БТК может стать одним из самых надежных и безопасных транспортных коридоров для выхода в Европу. Анна Анастасиади, Алва Сурамелашвили, Хабар 24, Грузия.